Всем здорово, мужики! Мы представляем вам новый фильм нашего нового проекта «Трэш-кино». Мы засняли новый, не совсем хороший фильм, который... Сколько получилось? 20 минут. За 20 минут мы засняли вот такой фильм. Подпишитесь на канал. Короче, мы очень сильно постарались. Вы должны поставить лайк прямо сейчас. Вот сейчас. Пролистайте вниз и поставьте лайк. Сейчас. Быстро. Пожалуйста. Спасибо. Зовите друзей, мам, пап. Блядь, там такой дебилизм. Вы сейчас, короче, посмотрите, будет так угорать. Ну, я угорал, по крайней мере, когда участвовал в съемках. Приятного просмотра! Ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту. Ну чё, как у тебя, нормально? Волшебная семечка. Семечка. Зачем ты его сделал? Я не хочу. Зачем? Зачем? Я чувствую в себе силы. Я чувствую силы. Силы! Силы! Во мне есть сила! Нихуя не произошло! Мне надо тренировать мои силы. Это семечко. Он обладает теперь суперсилами! Силы гопника. Я мегагопник. Что ты делаешь в лесу ночью? Мужик, ты чё? Чё день? Ночь! Ты чё? У нет! Сейчас ночь! Уйди! Да что же тебе надо? Уйди от меня! Отдай мне свой телефон! Нет! Все. Это мой телефон! Мегагопник! Я скоро отожму все телефоны в мире. Ведь я мегагопник. Или Адидасмен. Или Ивамен. Или все-таки мегагопник. Ладно, над названием еще подумать. Надо отжимать все телефоны. Я стал мегагопником. Мегагопник. Ким гопник. Очнись. Что случилось? Ты перепил дешевого пойла. Ты потерял сознание. Я супер. Что сделаем, бичара? Кого бичара назвал? Где моя золотая семка, а? Высыпь, покажи. Золотая семка? Ты что, охерел? Я главный вообще здесь во всем. Так что слушайте не их, а меня. Я здесь главный. Yeah.
Вы посмотрели наш офигительный фильм, офигительный. И сегодня мы пригласили нового гостя, чтобы он выразил отзыв к нашему фильму. Он участвовал в съемках, но, все равно даст отзыв. Значит, понравился ли вам фильм и вообще понравилась ли вам актерская игра актеров, сценарий ли вам понравился, продуманный ли сценарий. Расскажите, в общем, все поподробнее. Расскажите, спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста, давайте. Спасибо, плиз. Ну, как мне кажется, это был не совсем фильм, это больше, наверное, скетч. Но, как мы знаем, скетчи, они не всегда продуманы. Сценарий понравился. А самое тут главное решает это монтаж нашего главного человека во всем. Выйди, пожалуйста, сюда и... Так, я здесь главный, я здесь все решаю. Это мелкие пешки, они подо мной ходят. Ну что, ребята, вы услышали отзыв, посмотрели фильм, сделали грандиозную работу. Сделали грандиозную работу. Нормально, да? Короче, я надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайки. Дальше будет только интереснее. Это будет только интереснее, ребята. Будут лучшие фильмы, будут лучшие эффекты, спецэффекты и все такое. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые трешовые фильмы от Пресс ТВ. И всем пока. Нормально. Пиздец, еще секунду подождал, две, бля. Тая. Гоп, мэн. Вообще, браток, я помню, ой, что-то пиво какое-то хорошее было. Нормальное пиво. Зачем? Ты семечку ушел отсюда, ушел.